привет! С вами я, Вика, и добро пожаловать на новое видео по игре Brawl Stars. Сегодня мы с вами будем играть в Brawl Stars, и как вы догадались, мы будем выполнять сегодня квесты. Я уже выбрала специальный квест именно для вас, и он будет называться «Победи бой три раза с бойцом Нитой». Вот, с бойцом Нитой. Давайте-ка выпьем себе. Тут, кстати, давайте-ка выпьем, знаете что? Вот эти вот. Победите дня какого-то и играть. Посмотрим, как вы ее играть. Так. Что тут у нас? Ого, ребята, посмотрите, какая тут карта. А что тут надо делать, ребят? Я еще не догадался. Я вообще еще не догадался. Че? А мы проиграем? Мы заняли третье место. Так, я не понимаю, что тут происходит. Ну, это классно очень, ребята. Очень классно. Так. Вся команда Рок против игрок. Так. Хопа, хопа, быстрее прыгай. Быстрее прыгай. Кто-то выиграл? А я проиграл? Блин, нам пятое место, ребята. Чувствую, мы так не победим будет три раза. Что непонятно, что происходит. Так, ладно. Давайте-ка еще раз попробуем. Так, я сюда не хотела отправляться. Нет! Хопа-хопа-хопа, ребята, хопа. Мы опять проиграли. Какое место? Третье опять? Ничего, ничего, ребята, ничего. Это тоже хорошо. Третье место. Всем привет, с вами я, Тео Кип Топ. И он снова сюда пришел. Не знаю зачем. Да. Так, я не хочу никуда идти. Это новый режим, который мы играем? Да. И что тут надо делать? Тут надо, короче, вот сюда все сначала идут, просто? И потом вот так вот убивать. А, ну, и мы проигрываем. И мы проигрываем. Третье потом... место у вас. И потом мы проигрываем. Нет. Твоя команда лучше всех. Это первое? Да. Ну-ка дайте мне сейчас потащить попробуем. Надо у меня квест вообще. Что там делать нужно? Сейчас постараемся. Там это квест надо три. Сюда, да? Надо три раза. Угу. Надо, короче, бой три раза победить с бойцом Нитой. Чтобы он квест. Медведя, блин. Походу нормально так выпьем. Ну, я не знаю. Второе место нормально. Так это не повод для первого раза. Ого. Это наша команда? Да, так, а у тебя? Так. Да. Ну, так. Капец, неплохо так тащим, тащим. Тащим, ребята. Кстати, ребята, мы не задонатим Brawl Stars 5000 лет, потому что не набрало 70 подписчиков. Потому что проседало тогда, капец, как жутко аж нам было. То 64 стало, то 63. Отписывайся, начали. Поэтому, ребят, не надо отписываться. Включите на камеру. Ага. Включите на камеру. Обычно. В общем, ребят, вы не отписывайтесь. Отписываться это плохо, понимаете? Да. Лучше подписывайтесь. А то не будете крутые. Как и меня не всегда будет. Да. Что нам ждать отстрелить? Да, пока. Вот, голубой, значит, сейчас их всех перетянет сюда. О, я выжил. Первое место занял. Так. Так. А ты права окей? Какие? Не, ну, вот эти начальные ящики. Вот те, которые были. Открывали. На ролике открывала? Ну, на ролике их открывала? Да. Сейчас так. Не надо, думаю, открывать. Не надо открывать? Не. Так, ладно. Мы дойдем опять до мега-ящика, ребята. Да, наверное, так. Даже больше, мне кажется. Так. Какой там следующий квест? Следующий. Нанести 100 тысяч единицы урона с бойцом Була. Так, сможешь, справишься? Смогу, но не в этом режиме. Понятно. Так, а что там больше всего? Ну, мне кажется, вот столкновение. Одиночный. Вот штольня какая-то. Одиночный, да? Карта штольня какая-то. Так.
Так. Давай получим. Погоди. Так. Радуга. Не трогай. Она мне мешает, ребят. Так, сейчас я играю. Опа, 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 опа. Завалили кольцо. Завалили кольцо. Ну, если что, ребята, мешали на Ване. Мы просто будем играть. Опа, 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 опа. Нормально так зашел, не почувствовал соперника. Мы просто, ребята, будем играть. Я убил ее каким-то образом. Я думал, я не убью ее. Надо просто поверить в себя, ты тут. Блин, вот крутит моя. Так, теперь. Сколько ребята, я нанес урона единиц? Ну там. Пятое место неплохо. 10 000 урона, нормально. Так, теперь я, ребята, буду. Блин, надо было другого выбрать. Нет, у нас сколько вы. А, точно. Ага. Так, где ящики? Так, тут никого нет. Так, сейчас надо подождать. Заряд, пушки. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Угу. Это обязательно нужно делать. Так. Вот там еще и там роза, все рушится, ломается. А! Там роза, ребята, 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 ребята! Там роза. Так. Ребята, там розы. Фух. Мне надо, ребята, держаться. Просто поставьте лайк, чтобы поддержать меня. Просто поддержите меня своим лайком. Вам будет несложно, а мне будет приятно. Так, сейчас добьем там. Сейчас добьем, добьем. Yes! Ребята, первое место. Первое место, вы не видали? Вообще первое место. Легко. Легко и просто. Сейчас приду. Так, ребята, я снова тут. Поздоровайтесь со мной. Я тут, да. Так, теперь давайте-ка другого лучше квест выполним. А то какой-то квест нам. А, больше никаких, ребята, нету квестов. Дальше квесты будут, если у нас будет только Бравл Пас. Пройдем уровень режима за гром. Суперсти. Ого. Игровой режим сейчас недоступен. Так, ладно, тогда давайте-ка это будем выполнять. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, что тут у нас? Тут у нас ящики и рядом у нас Дэйл, ребята. Дэйл очень плохо. Значит, что очень плохо, потому что там розы еще. Ребята, там Дэйл. Там Дэйл. А, у меня на ящик. Это завелся так. Мне надо быстро убежать от этого Дэйла. Быстро убежать. Ха-ха-ха-ха-ха, ты Дэйв, ты Дэйв. Не очень мало хотел, это осталось. Как? 8-е место, вы понимаете? Так, минус один кубок у меня. У меня минус один кубок. Но это неплохо, это неплохо. Нет, времени расстраиваться. Потому что мы сейчас, ребята, выиграем. Просто выиграем. Мы проиграем. Так, ладно. Нам надо этот ящик лучше забрать. Нам даже этот ящик никак не помешает. О! Так, нам надо ее убить. Yes! Так, мы убили ее. Знаете, почему я ее убила? Потому что, посмотрите, тут целых 3 ящика. Так, самое главное, надо как побыстрее. А то сейчас все газом затопится. Не успели, ребята. Быстро, да, есть. Мы успели. Есть, мы успели. Так, и мне осталось убить только 2 бойца. 2 бойца мне осталось убить.
А тогда все будет круто. И все тогда, когда все будет круто, когда все будет круто. Столкновение, ребята. Сейчас столкновение. У меня больше энергии, значит, я выиграю. Так, ребята, даже звук победы идет. Звук победы. Нет, да! Мы выиграли с вами, первое место заняли. Фу, yes, я очень рада, ребята. Мы почти, потому что с вами прошли КВС. Так, yes. Это очень круто. Думаю, еще два раза, и мы точно пойдем КВС. Я так думаю. Если два раза победим еще, тогда точно пойдем КВС. Так. Опа. Самое главное, ребята, собирайте энергию. А то будет очень плохо. Все зависит от энергии. Чем больше делать, тем вы становитесь сильнее. Вот там скин Кольта. Там кот. Там скин Кольта. Так ладно, не бояться. Никого не бояться, ребята, нам. Так. Блин. Там плохо, ребята. Нет. Пятое место тоже нормально. Пятое место. Так, мы почти прошли этот КВС. Так. Надо победить нам еще один раз. Ребята, и если вы любите смотреть Аню в Майнкрафте, то поставьте тогда лайк. Я ее просто обожаю смотреть. Но это раньше я, ребята, любила смотреть. Просто она там написала в сообществе, что типа она погибла там. И вот это все такое. Да как? Как вы мне скажите? Как? Господи, ну как это? Минус 2 кубка, вы понимаете? Так, ладно. Не стоит расстраиваться. Не стоит повода расстраивать. Бог. Так. Давайте-ка продолжать. Так. Хопа. Е. Пау. Это тэп-кип-топ, ребята. Да, сыграть. Сейчас. Ты выполнила квест 10 тысяч рун на навести? Нет, еще. Да, это давай говорю. Короче, ребят, все, сейчас я играю. У меня просто телефон вырос. Неправда вообще-то. Она сама решила. Так. Сейчас поиграешь мне. Да блин. Только попробуй. Давай. Поищись правее. А травы нету. Желтый трава. Пес вообще не увидел. Которого вообще там нельзя никого увидеть. О, столкновение? Разве? Да. Два бойца осталось. Да, тебе осталось убить Эльприюта. А где он? Не знаю. Мы прямо убили вроде. Нет. Я же говорю, да. А, понял. Ну, вообще мало, по 5000. Сейчас за кас идешь. Блять. Рио, тупо очень. Блин. Так, ребята, мы сейчас придем. Так, ребята, мы тут. О, выполнил квест. Квест выполнил. Но мы все равно не можем. Уже 600 надо собрать? Угу. Так, какие там квесты еще есть? Остались. Давай минус... Ой, да, вот. Ну-ка, выиграй бой 5 раз в режиме осады. Давай, легко. Нина Була! За калета, мои зла. За котлету? Ха-ха, за калета. За козаету. За кулета. Ты сказал... Сама ты котлета. Сама котлета. Ой-ой-ой, это что такое? Это какой режим ты мне дала?
Так это какой-то странный режим. Мне такой не нравится. Я не договаривался так. Что должна делать? Может, баг какой-то? Может, это какой-то баг? Я не знаю, может, баг какой-то? Дайте выйти, пожалуйста. И зачем я в кислоту иду? Нет. А, это наши тут пацаны? Видишь, что это зеленые, что-то наши. Ничья осады не будет. А что это? А, ради. Потому что с каждым разом все сложнее, сложнее. Вот почему. Капец, как интересно. Все сложнее. Теперь все сложнее, сложнее. Тик-ток. Так. Блин, я тоже хочу полететь. У вас есть Вова, да? Нет Вова. Да. Когда убили? У вас есть Вова. У вас есть Вова и крыша. Вообще ничего. Почему нас не могут туда выгасить? Еще надо ровно встать. Там, видишь, вот сюда толстый кидает. Ты видишь, не работает. Осады не будет. Ничья. Ты заешься? Ребята, какая маленькая. Осада будет через 30 секунд. Красёныш. Осада будет через 30 секунд. Я это и сказал. Я сказал. Ну блин, а чё мы не можем выйти отсюда? Это баг. Это какая-то. Ну, баг наверняка. Уже надо просидеть еще 10 секунд. Да? Блин, тут скучно же. Терпи. Осталось 3, 2 и 1. Ничья осады не будет. Ну ладно. Не будет, так не будет. А смысл этого режима тупого? Делать нечего даже. А, сейчас будет. Вот, видишь, секунда тикала? Мне кажется, это закончится уровень. 7, 6. Это уровень закончится, вот. Ага. А что это когда будет? Ну что табурет у меня? Моя куча. А че у нас еще? Тупой режим какой-то вообще. А че они? И они как-то выиграли, эти дебилы. Взывай. Голосуй для продолжения. Голосуй. Господи. Ну что, вот он. Это радуга на полу. О, наконец-то. Это что такое? Наконец-то все равно. Это осада. Надо, чтобы сейф очень разрушили. Тупой режим. Болтики какие-то, блин, винтики, шпинтики, пентагоны какие-то. Господи. Да что это такое? О, я болт забрал. Что он дает мне? Что? У меня есть и болт. Что он? Убил. О! Это кто? Идет этот. А что у нас нет робота? А что так смешно идет? А что у нас нет робота? Ну что у них только есть. Так а у нас могут, может быть, робот? А, да. Что у нас его нет? Ну что он еще не заспавнился? А что у них заспавнился? Надо, чтобы их не вообще сначала убили, а потом успавнился. Блин, у нас сейф маленький. Успавнился. А сейф можно снимать? Отлично. Блин, почему у них есть робот, у нас нет? Да блин, да почему? Да так... Реально тупой режим очень. Тупее режимов я не видел. Ну, ребят, тупой режим. Конченый реально тупой. Извините за это. Это реально, ребят, это режим просто такой вот. Ну, у нас... Итак, ребята, этого киптопа больше не будет. Теперь только я буду. Проголосую для продолжения. Давайте лайк проголосуем. Поставим. Так. Давайте.
Мультика. Знаете, что будем? Давайте-ка откроем это. Я думаю, что, в принципе, можем открыть. Давайте-ка, знаете, кому это дадим? Давайте-ка мистеру П. Мистер П. Так, давайте-ка его улучшим. Опа, все. Улучшили. Так, сегодня мы уже все. Так, ребята, теперь у нас будет новый друг. Ну а на этом, ребята, мой ролик будет заканчиваться. С вами была я, Вика. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока!